У жителей города Видное, пришедших на встречу с главой Ленинского района Олегом Хромовым, была прекрасная возможность получить всю необходимую консультацию и конкретные ответы на вопросы, заданные в письменном виде, как лично от руководителя муниципалитета, так и от представителей профильных подразделений администрации района и подведомственных структур. Когда будут давать землю многодетным? В сентябре Куканов говорил о том, что земля будет выдаваться в ноябре 2015 года в Коломенском районе. Соответственно, мы сейчас заканчиваем формирование этих земельных участков в Коломенском районе. 77 у нас. 77 земельных участков будет. И начнем предлагать, я думаю, ну тут ноябрь уже прошел, в декабре месяце. Заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Куканов рассказал о полномочиях органов государственной власти и местного самоуправления при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Также на семинаре был затронут вопрос об установлении кадастровой стоимости земельных участков и ее механизмов изменения. Кадастровая оценка в соответствии с требованием действующего законодательства должна проводиться не чаще, чем раз в 3 года и не реже, чем раз в 5 лет. Это первый семинар в Ленинском районе. И если такой вид встреч будет востребован и приживется, Олег Хромов пообещал проводить их на регулярной основе по самой различной проблематике, которая будет определяться с учетом пожелания жителей. Я, честно говоря, даже не ожидала, что будет настолько подробно и настолько внятный я получу ответ на свои вопросы. Следующая встреча в формате открытого диалога с населением запланирована на 22 января 2016 года. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.